Большой всем привет! Сегодня у нас стрим в походных условиях. Я все-таки решил попробовать что-то снять и выбрал для этого эпохи, причем в соло-режиме. Насколько я понимаю, это довольно редкий режим, в который мало кто играл в данную игру, поэтому показать ее стоит. Кстати, это неудивительно, потому что соло-режим здесь довольно-таки неинтуитивный, но достаточно играбельный. Сейчас мы это все и проверим. Я буду играть в режиме стрима, поэтому если будут паузы или какие-то вещи, которые надо было бы вырезать, не обижайтесь, просто включайте скорость на 1,5 на YouTube и изучайте эту игру вместе со мной. Итак, эпохи. Я буду подразумевать, что вы правила немножко знаете, но также буду говорить все подробности правил, чтобы даже те, кто их не знал, по этому видео смогли определить, как игра устроена, как она играется. То есть никаких предварительных слов, мы сразу начнем играть. Я играю за милитаристов. У них особенность в том, что все их аванпосты, аванпосты — это то, что мы захватываем, прошу прощения, захватываем на поле, они прямо выставлены вот на планшете нации, и постепенно мы их отсюда забираем и получаем тот или иной доход. Также у нас есть планшет дохода, на котором сейчас 0 ресурсов, соответственно, мы их должны будем получить. Ну и наша столица, я выбрал тропики, потому что я бы замерз очень в России и уже хочу обратно. Правда, надо пустыню, наверное, взять. Ну ладно, пускай тропики будут. Итак, с чего начинается игра? У человека она начинается с того, что мы смотрим вот такую табличку дохода и смотрим цифру 1. То есть у нас 5 раундов больших, которые здесь описаны, какие действия из этих будут в каждом раунде. В цифре 1 у нас всего лишь 1. То есть мы, видите, циферка 1 маленькая здесь. То есть мы делаем вот это. Что это такое? Это доход. Это мы получаем все, что у нас открыто. Вот эта верхняя часть нашего планшета дохода — это то, что мы получаем в момент, соответственно, дохода. Открыто у нас вначале только 4 ячейки. Соответственно, чем больше мы открываем, тем больше там всего будет интересного. Выгодно их выставлять. Кто играл в серп, понимаете, о чем речь. То есть, выставляя какие-то здания на поле, в данном случае на столицу, мы увеличиваем свой доход каждый раунд. Сейчас мы получаем, цифра 1 у нас, мы получаем один вот такой ресурс, один такой. То есть, всех ресурсов по одному. Плюс мы получаем еще вот такую территорию закрытую. Это тоже идет в наше хозяйство. Нам выпала вот такая территория. И вот такая зеленая значок означает, что мы берем карту эпохи. Она к нам тоже приходит. К нам пришла засада. Очень не вовремя, конечно. Ну, что делать? Засада — это тот способ, единственный, где можно своего противника немножко поднапрячь. Когда он на тебя нападает, ты выкладываешь карту засады, и его атака захлебывается. Но в крайнем случае ее можно просто разыграть как карту эпохи и получить просто на халяву 10 победных очков. Кстати, в соло-режиме я уже играл и проиграл, даже на легком самом уровне. То есть вот уровень автомы, ну, к автоме чуть позже. Итак, мы получили наш уровень дохода. И теперь начинается сама игра. Игра состоит из двух ходов, двух видов ходов. Это игра по трекам развития, либо взятие дохода. Взятие дохода мы сделали. Дальше мы играем на поле, двигаясь по трекам, и пока можем себе это позволить, пока у нас есть ресурсы. Как только они закончились, мы снова делаем доход, меняем эпоху и так далее. Вот так 5 раз. Теперь я взял свой доход, у нас ходит автома. Мы смотрим на ее таблицу дохода, у нее цифры 1 нет, поэтому она начинает ходить. Теперь мы играем против ученых. Ученые, у автомы есть любимая шкала. Немножко про шкалы придется все-таки поговорить. Мы двигаемся здесь по 4 видам развития. Это освоение, то есть разворачиваем территории, то есть у нас как бы цивилизация, которая развивается. Через освоение, через науку, через войну и через технологии. У каждой автомы, она состоит из двух частей, то есть автома основная, она у нас ученый, то есть у нее любимая шкала — это науки. Мы ее пометили ее цветом, то есть за зеленых у нас играет автома, за желтых я, а красная — это темная империя, которая почти ни в чем не участвует, но увидите. У темной империи будет любимая шкала технологий, это мы все определили при раскладке игры. Дальше.
У нас начинается игра. Автома ходит очень просто. Открываются две карты ее колоды, кладутся рядом, и все, что в центре, оно срабатывает. Как оно срабатывает? Верхняя часть показывает, по какой шкале должен ходить автома. Когда это просто квадратик без всяких значков внутри, это означает, что по любой шкале, где она еще не достигла конца. Так как у нас непонятно, по какой идти, у нас все равенство, мы смотрим вот по этому графику, вот по синей стрелочке. Первое означает, что это любимая шкала автомы. Соответственно, любимая шкала автомы наука, она перемещается сюда, по шкале. Переместилась. Никакие награды, кроме некоторых, она не получает. Мы смотрим, что данная награда есть, так как она получает бросок кубика науки. Есть у нее в списке наград? Есть. То есть мы просто бросаем так же, как и за человека. Видим, что это навигация. У нас навигация освоения. Выбросился кубик. Мы двигаемся. Получается ли здесь награда? Здесь она не получается, потому что, во-первых, ее здесь нет, а во-вторых, здесь крестик, вот такой крестик означает, что кубик бросается, но награда того места, где мы продвинулись, не получается. Дальше. Черный квадрат. Это куда ходит темная империя. Вот такой значок означает, что она ходит по шкале, где она ближе всего к концу шкалы, либо к ближайшему зданию. Каждые три движения по шкале мы получаем очень крутые здания, которые знаменуют собой такие глобальные вещи. Они здесь у нас красиво так выставлены. У нас пока темная империя нигде, поэтому мы тоже смотрим по шкале преимуществ. Она и предпочитает идти по науке. То есть у нас и темная империя тоже по науке двинулась. Она ничего не получает, она только забирает здания и только достигает шкалы. Больше ни для чего она не нужна. То есть создает конкуренцию живому игроку. А дальше все остальные вещи не срабатывают, потому что не было освоения, не было других каких-то действий, которые повлияли на карту нашего мира. Соответственно, ход переходит ко мне. И у нас начинается игра. Так как доход мы сделали, у нас сейчас есть варианты двигаться по четырем шкалам. За каждое движение мы платим то, что нарисовано вверху, то есть вот такой значок, это означает любой ресурс, это людской ресурс и любой ресурс и так далее. По шкале науки, соответственно, нужен людской ресурс в основном, ну и по технологии, то ли денежный, то ли какой-то, я уже забыл, по военной, в основном агрессия, ну и по освоению тоже что-то. Я так и не запомнил, как они называются в лоре, все эти ресурсы. Итак, по какому плану мы пойдем? Я в прошлый раз с автомой играл по в основном военной шкале. Это было неплохо. Я очень близок был к победе, но чего-то мне не хватило. Поэтому сейчас я попробую другую стратегию и начну развивать технологии. Соответственно, я трачу любой ресурс, допустим, людей, и двигаюсь по шкале технологий. Что происходит, когда я перемещаюсь по шкале? Я просто беру тот приз, который здесь обозначен. У нас гончарное дело, это взятие одной из технологий. То есть можно взять одну из трех открытых, либо вслепую. Что дают технологии? Технологии идут у нас в столицу, и они срабатывают только при повышении. А повышение — это довольно редкий вид ресурса, который у нас срабатывает только здесь, вот стрелочка вверх, либо еще там изредка бывает и на картах. Давайте подумаем, что мы возьмем. То есть это повышение этой технологии даст нам дополнительный ресурс, а это дополнительное выставление здания с планшета дохода. Печатный станок. Печатный станок нам пока не актуален, потому что карты эпохи мне не особо нужны. Компас дает территории. Ну, вот это, в принципе, ирригация — вещь хорошая. Но я не уверен, что все это мне надо, поэтому я возьму на удачу. Так, о, и мне вышла пекарня. Пекарня — замечательная карта. При повышении она дает просто банально 4 очка. Кстати, везде, где мы видим вот такой веночек, это всегда победные очки. В серединке могут быть просто банальные цифры, а могут быть какие-то из значков. Все технологии, которые мы получаем, мы кладем вот сюда, вниз, в любое количество. И они начинают срабатывать только когда повышаются. То есть, если мы повысим сюда, то мы получим то, что в кружочке. Если повысим сюда, получим то, что в квадратике. Но у квадратика есть ограничения. То есть, я не могу его сюда поднять, если кто-нибудь не изобретет фермерство.
Фермерство у нас, ну, в принципе, недолго изобрести, оно вот рядышком уже. Пока это ничего нам не дает, но технологию мы заработали. Все, это есть ход игрока. Когда вы играете вживьем, то вот видите, как динамично получается игра. То есть вы сходили, двинулись, получили следующий ход другого игрока. Итак, следующий ход автомы. Мы снова берем две карточки, соединяем и смотрим, где она двигается. Так, автома хочет двигаться по треку, где она ближе всего к зданию или к помещению. Соответственно, это здесь. Она двигается. Смотрим, есть ли награда карточки. Карточка есть. Автома получает карту эпохи. Она получает карту эпохи и кладет рядышком с собой. Это важно, если я на нее нападу, то она может попробовать защититься, потому что там в некоторых картах есть карты засады. Так, взяла, продвинулась, смотрим карту Темной Империи. Она двигается по любой шкале, соответственно, по навигации продвигается вот здесь, потому что ее приоритет здесь. Так, никаких захватов вроде бы нет. Так, да, все вроде хорошо, но уже скоро будет. Все, наш ход. Так, мы можем продолжать двигаться по технологии, чтобы захватить вот это здание. А можно попробовать начать атаки. И мы начнем атаки, почему? Потому что я милитарист, и мне важно выставлять эти штуки, иначе я просто ресурсы не буду получать. И хотя мне нужно, конечно, выставить что-то, но тут у меня не получается, да? Я пытаюсь озвучить свои мысли, чтобы у вас немножко начало складываться, в чем заключается игра. То есть игра в получении победных очков, но чтобы их грамотно выполнять, нужно, чтобы все у тебя согласовывалось. И вот это, конечно, в эпохах довольно здорово сделано и довольно сложно. Вот сейчас смотрите, у меня скоро кончатся ресурсы и у меня будет доход. Я получу все, что открою здесь. То есть мне выгодно как можно больше открыть вот этих штучек. Но я могу ее выставить. Я могу пойти по войне. Это вот этот значок означает выставление своего аванпоста на территории. Но мне это не выгодно, потому что за завоевание центрального острова дают 10 очков. А до центрального мне надо как-то дойти. То есть мне по идее выгодно пойти по здесь, чтобы выставить здесь, а потом захватить его. А, кстати, мы это можем попробовать сделать. Но вот, чтобы пойти сюда, мне нужно потратить ход здесь, который мне не очень выгоден. Он дает два закрытых, это как бы не особо надо. Смотрим. Раз, два, мне два ресурса там и один там. У меня как раз три ресурса. Давайте мы так и сделаем. Я двигаюсь по этому треку исследования, получаю два жетона. Вот с такими параметрами и трачу на это какой-то ресурс. Ходит снова автома. Так, ну автома по-прежнему стремится по самой продвинутой, поэтому она очень прямо ускоренно двигается здесь, получает еще и движение, ай-яй, по науке. Так, еще раз по науке. Это очень-очень, конечно, нехорошо. Получает она здание первое. Это трек науки. Мы смотрим трек науки. Вот первое здание, аптека. По-моему, она перепутана. Все здания, которые она получает, она отправляет вот сюда. Это будут просто дополнительные победные очки. Она столицу, в отличие от нас, не строит. Так, ну у нее очень продуктивный ход. Дальше. Темная империя ходит по треку, где она ближе всего к концу трека. В данном случае она здесь и здесь одинаково. Поэтому мы смотрим по ее приоритету. Это наука. То есть она двигается вот здесь. Так. Угу. Я продолжаю свой план. Я двигаюсь здесь, чтобы захватить какую-то территорию, вернее распространиться, и у нас происходит следующим образом. Я трачу какой-то ресурс и двигаюсь вот сюда. Здесь награда двухкомпонентная. Во-первых, вот этот значок означает, что я могу поставить один из своих территорий, которые я захватил, где-то на карте.
Плюс в сереньком это бонусный. То есть я могу потратить еще один ресурс и взять карту эпохи. Я это дело сделать не могу, вернее могу, но мне этот ресурс нужен для других планов. Поэтому бонус я брать не буду, а вот этот буду брать. И это уже интересная вещь, потому что это действие, которое дает очки. Итак, что... А хотя, подождите, у меня же есть возможность... Взять и карту, то есть выкладывая территорию, я получаю то, что нарисовано в центре. То есть вот эта карта, это еще один ресурс. То есть я могу взять ресурс, потратить его на бонус, получить еще одну карту, либо просто взять это и положить и получить карту. Я, наверное, тут буду делать, потому что засада мне пригодится, а вот новую карту эпохи мне сейчас нужно будет выкладывать какую-то. Так, поэтому... Как зарабатываются очки при выкладе... При выкладывании территории я могу разместить ее в любое место рядом со своей столицей. Она отображается двумя аванпостами. Но очки я получаю по количеству территорий, которые совпадут. В данном случае мне это не очень выгодно, потому что будет совпадение только по двум. Это два победных очка, это мало. Поэтому я могу, например, взять, посмотреть, какие здесь есть территории. Это равнина. Есть у меня равнина? Есть. У меня вот с равниной есть. Я могу сделать вот так, и у меня будет совпадение раз, даже вот так. У меня будет совпадение раз, два, три. Три победных очка. Ну, такое. А тут лес, да? Раз, два, три, четыре. О, вот это самое получается выгодное. То есть я беру вот эту планшетку. Дальше смотрю совпадение по территориям. У меня 4, и мои первые 4 победных очка. 4 очка за то, что совпадение. Плюс я получаю то, что на этой территории есть. Это один ресурс военный. Я его сразу же трачу, потому что вот здесь бонус. Я могу его потратить и получить дополнительную карту эпохи за счет вот этого бонуса. Мольба о помощи. Ну, посмотрим, что это такое, когда она пригодится. Все, на этом мой ход закончился. Переходим к действию Автомы. У нее закончилась колода. Соответственно, она должна выполнять действие дохода. Действие дохода у нее описано на ее уровне сложности. Если вы хотите играть более круто, то в комплекте есть разные уровни сложности. Можно просто заложить и получать сопротивление практически любой силы. Как происходит взятие дохода? У нас сейчас получается вторая эпоха для Автомы. И мы смотрим. Во-первых, срабатывает колонки сверху вниз. Вначале у нас срабатывает свойство, получается так, забыл. А, да, у меня же есть подсказка. Действие дохода у нас здесь есть. Здесь меняется любимая шкала. Если фишка продвинулась чья-то игрока живого дальше, чем его, то любимая шкала меняется. Пока этого нет, поэтому у нас все хорошо. Хотя смотрите. Так. У нас любимая шкала Темной Империи меняется, потому что я ее опередил, а она не продвинулась, соответственно, она становится любимой шкалой. А если совпадает? Она здесь дальше всего продвинулась. Так. Ну, получается, вот на эту, потому что совпадать не надо. То есть сейчас у нее любимая шкала освоения, потому что она здесь продвинулась дальше. Хорошо, дальше. И вот здесь это уже свойство самой нации. У нее свойство нации, что она кидает кубик развития и двигается по науке. Очень быстро она двигается по науке. Так как здесь нет крестика, значит она получает этот приз. А здесь у нас приз, еще один бросок кубика. Так, это наука. Еще один. Разобразие. Так, война. По войне двинулась Автома, и вот здесь она берет этот приз, потому что ее кубик тоже срабатывает, и это нехорошо, это срабатывает завоевание. Завоевание идет у нас по номеру
по треку. Мы смотрим черную стрелочку и смотрим допустимое действие. У нас допустимое как раз вот здесь. То есть, так, желтый я, зеленый они. Дальше смотрится. Двигается до максимального, до первого доступного действия. Кстати, я, получается, не сделал неправильно. Я строил автоми. Так, ну получается 3 очка у меня будет, да, не 4, потому что 1, 2, 3, 3 совпадения. Так, смотрим по вот этому, и у нас первое допустимое место, куда она может поставить, оно получается 1, 2, 3, вот здесь. Да, первое здесь, соответственно, она выставляет свой аванпост. Здесь у нас нет падения, поэтому нет падения Темной Империи. Так, и что дальше? Так, завоевание. Ну, вроде правильно сделал, я надеюсь. Так, это мы отработали действия нации ученых, а дальше она получает победные очки. Победные очки у нее идут по эпохам, то есть в данном случае по одному очку за каждое здание, за каждую территорию, которую она владеет. Она двумя территориями и одним зданием владеет, это 3 победных очка. Догнала меня. Дальше, здесь на 0, то есть по войне и по науке, сколько бы она ни прошла, пока это 0 очков, а вот по технологиям и навигации это 1. Она прошла 1 здесь и все, то есть еще одно очко, 4. По очкам все. Дальше, мы берем какую-то карту эпохи, а нет, у нас еще вот эта карточка, это у нас... Добавьте 2 карты из колоды прогресса. У автомы есть дополнительная колода, которая перемешивается в начале. Это колода прогресса, откуда идут карты к ней в колоду, чтобы увеличилось количество ходов в эпоху. То есть эти 2 карты идут ей в колоду. Это вот здесь. А дальше мы берем карту эпохи, размещаем ее здесь. То есть у нее началась эпоха. Так как она первая перешла в эпоху, то она получает дополнительные 2 очка. 1, 2. Если бы я первый был, то я бы получил ресурс. Дальше мы... Так, что это у нас? Это, по-моему, взять просто дополнительную карту. Да, мы просто берем еще одну карту эпохи к ней в колоду. И в данный значок перемешивания колоды автомы, новосозданной. Нет, немножко затруднительно делать одной рукой. Сформировали. Итак, она прошла свою эпоху. Я еще не перешел во вторую эпоху. У меня еще один ресурс, который я сейчас и буду использовать. Я его использую, чтобы пройти по треку войны. Соответственно, я могу выставить какой-то свой аванпост. Я беру свой крайний левый аванпост с цивилизации и размещаю его вот здесь. Когда мы что-то захватываем, то когда человек захватывает, а не автома, он кидает кубики войны. И в данном случае он может взять либо вот этот приз, либо этот. То есть какой-то из двух. Это просто ресурс, а это победные очки по захваченным территориям. То есть 2 очка или ресурс. Ну, я выберу, конечно, ресурс, потому что пока это более актуально. Взял ресурс, и поэтому я буду еще ходить. Так, автома. Так, она очень быстро бежит по своему треку. Соответственно, она берет, двигается здесь, забирает еще одно здание. Так, Темная Империя двигается там, где она ближе всего
Она ближе всего здесь, к треку, к концу. А остальное ничего не срабатывает. А мой ход. Так. У меня очень, у меня еще даже не началась эпоха, у меня еще один ресурс. Я могу двинуться вот здесь, либо установить еще одну территорию, либо взять здание и поставить его в столице. И это, в принципе, неплохо, потому что это будет доход, да, это лишний ресурс. Либо я могу начать двигаться здесь, но это мне движение ничего не даст, да? По войне мне даст карту эпохи, но я не смогу воспользоваться бонусом, чтобы установить арсенал, то есть красное здание, потому что у меня больше ресурсов нет на бонус, у меня только один. Соответственно, единственный выгодный ход здесь, который я трачу, и теперь надо подумать, выставить либо территорию, либо здание. Я выбираю здание, потому что пора начать строить столицу. Здание я могу выставить любое место столицы, но есть смысл выставлять таким образом, чтобы заканчивать вот эти кусочки по 9. Тогда мы получим бонусный ресурс. Плюс в момент дохода, если у нас будут колонки или строчки, законченные в столице, мы будем получать еще победные очки и за это. Поэтому тут важно хорошо такой тетрис, головоломку дополнительная, выстраивать все как нужно. Так, я выставил. А на этом мой ход заканчивается, идет ход в Томы. Так, она ходит по любому треку незавершенному, это трек войны. Так, трек войны двигается в Тома, получает карту эпохи себе в колоду. И Темная Империя ходит по любому треку, соответственно, по технологиям. Двигается по технологиям. Так, остальное ничего не срабатывает. Мой ход. Ну, у меня нет ресурсов, и только сейчас я начинаю свою первую эпоху. Вернее, вторую. Первая у нас была типа освоение огня, а сейчас я должен выполнять все по этапам дохода. Первый у нас этап дохода, это срабатывает действие моей нации. Моей нации срабатывает в момент дохода, все, что я наоткрывал, оно принесет мне то, что я открыл. В данном случае у меня только всего лишь одно открытие, поэтому я беру себе вот этот ресурс за счет нации. Дальше. Вот такой значок означает, что мы разыгрываем карту эпохи. У меня их две. Засада и мольба о помощи. Так, мольба о помощи. При розыгрыше за каждую шкалу, где вы отстаете от всех, получите 2 и 1 ресурс. Ну, это выгодно на самом деле. Я по 2 шкалам отстаю, а это мы прибережем. Тогда я разыгрываю мольбу о помощи. Она срабатывает при розыгрыше, а не в эту эпоху. Соответственно, я отстаю от всех по шкале науки. И отстаю... А, не от всех, да? Блин, это плохо. Потому что по этой я не от всех отстаю, только от Автомы, а не от Темной Империи. А я должен именно от всех отставать. 2 очка и ресурс. Выгодно это или... Взять 10 очков. Так. 10 очков ресурс. Ресурсы 2 очка против 10 очков. Ну, как бы выгодно. И мне еще не вижу, что на меня будут нападать. Поэтому давайте. Все-таки нужно побеждать по количеству очков. А вот эта карта при розыгрыше, она дает 10 очков. Это, я думаю, что выгодно. Так, я разыграл ее. Получил 10 очков. 13. А дальше, следующее. Вот эта стрелочка означает, что я могу поднять одну из своих технологий. Технология у меня только одна, поэтому я ее и поднимаю. И при совпадении кружочков я получаю еще 4 победных очка. Это 17. Дальше, вот такие веночки с вопросом. Это я получаю все, что у меня есть таких значков на поле дохода. Их открыто только 2. Вот такой значок с... Оранжевая карточка означает столько очков, сколько у меня есть карт технологии. У меня только 1. Соответственно, я получаю еще 1 очко. Вот такой черненький, это за столицу. То есть я получаю по 1 очку за каждый законченный ряд или колонку, включая вот эти недоступные точки. То есть если бы у меня был такой ряд или такая колонка, заполненная всеми зданиями и красными кружочками, я бы получил за каждый по 1 победному очку. У меня их пока нет. На этом заканчивается вот этот этап и начинается этап дохода.
я получаю все, что остальное. То есть по одному ресурсу, плюс дополнительный грибочек за счет фермерства, плюс один жетончик территории, плюс еще одну карту эпохи. У меня их будет две. Пиратский кодекс. Так, на этом мой ход взятия дохода заканчивается и продолжает ходить автома. Так, она стремится к своему основному треку. Очень быстро бежит. Так, по-моему, там ничего она не берет, да? Только из этих... Да, ничего не берет. Соответственно, Темная Империя тоже самое. Она тоже по этому треку бежит. Но это мне даже на руку. То есть они здания забирают только с одного трека. Так, мой ход. Ну что? Мы можем продвинуться здесь и получить первое здание в столицу. Маяк? Будет маяк, почему нет? Это выгодно. Мы тратим один грибочек и один желтенький, потому что здесь он уже дороже двигаться. И мы получаем, во-первых, один, еще один вот эту штучку. И можем сделать какое-то освоение. Кстати, мне надо центр захватить срочно. Да, следующие ходы захватываем центры. Так, смотрим, что у меня здесь есть хорошего. В принципе, я могу получить дополнительный ресурс. Если я сделаю... Это речка. Ну, так, а с горами... Ну вот горы, по-моему, да. Если я делаю так, то это 1, 2, 3, 4. 4 совпадения. 4 победных очка. 4 победных очка это 22. Плюс я получаю еще одного человечка в ресурсы. Так, все, отлично. Это мы сделали. Плюс я получаю маяк по освоению. Вот оно, освоение. Это первое мое здание. Оно занимает 4 квадрата, поэтому я думаю, как выгоднее его разместить. Ну, допустим, я поставлю его где-то, ну, допустим, здесь. Будем как-то вот здесь потом еще одно здание здесь построить, и можно, в принципе, закрыть. С другой стороны, если я поставлю здесь, у меня будет дополнительный ресурс. Да, давайте я сразу буду позарюсь на ресурсы. Почему? Потому что я закрыл вот эти 9 клеточек полностью. Соответственно, я могу взять какой-то еще один ресурс. Взял. Так, столица начинает работать. Это я сходил, ходит автома. Так, она идет по любому треку и предпочитает трек технологии. Темная империя ближайшая к границе, соответственно, здесь. Так, мой ход. Мне сейчас очень нужно захватить центр. Почему? Потому что если я сделаю это первым, то я получу 10 победных очков, что очень немаловажно. Для захвата центра мне нужно вот этот значок. До него мне идти 2 хода. Но, в принципе, я это сделаю. Я двигаюсь по войне и получаю карту эпохи. Кстати, мне повезло. Засада. Так что я, по крайней мере, в безопасности. Дальше. Я трачу дополнительный ресурс через бонус на действие. Ну, допустим, грибочек. И могу выставить еще одно здание до скачек. Это здание мы кинем вот сюда. Здесь тоже закроем, все будет хорошо. Так, все, ходит у нас автом. У нее опять кончились карты, она очень стремительно работает. И, соответственно, у нее действие дохода срабатывает. Смотрим. По всем трекам, любым трек у нее остается... Все остается как есть. А дальше карта цивилизации, ученые, накидает кубик. И ну что ж такое, двигается по науке. Блин, перекинуть хочется, потому что... так, и она получает бонус, который здесь есть. Бросайте, пока не выпадет одно из указанного. Так, хорошо. Нет. Технологии прошла. Получила еще карту эпохи. Так. Ну, вроде бы все. Дальше. Это мы сработали. Очки получает.
Она получает по 2 очка за каждое свое здание и контролируемые территории. У нее 2 на 2 это 4, плюс 2 это 8 очков. 8 очков. 14. Так, дальше. По 1 очку за каждое движение по военному и научному треку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 очков здесь. Это 25. Ну и по 1 очку за каждую технологию и продвижение по освоению. Это 1, 2, 3. Еще 3 очка. 28. Так. И так как она опять первая перешла в новую эпоху, то еще 3 очка бонусных за вот это. Это мы сделали, добавили 2 карты за счет вот этого. А дальше добавляется новая 3-я эпоха, добавляется эпоха в колоду и перемешивается карта автомы. Автома играет по-разному. Вот первый раз она совсем другими треками развлекалась, и в этот раз какое-то вообще просто зверское устремление к по одному треку, довольно жесткое. Посмотрим, чем это нам кончится. Так, она сделала свое действие доходом, у нас еще куча ресурсов, поэтому мы продолжаем свое движение. И теперь я трачу людской ресурс, чтобы двинуться еще по треку войны. Для чего мне это надо? Здесь я могу выбрать либо выставить свой аванпост, либо выставить свое здание красное. Разумеется, я беру аванпост по очень простой причине. Во-первых, я милитарист, и мне нужно освобождать аванпост. А во-вторых, я первый захватываю центр. Что дает мне, во-первых, 10 победных очков, так как я завоевал центральный остров. Это очень хорошее дело. Во-вторых, я кидаю кубики войны и получаю еще 7 победных очков. Это круто. 39. Так, отличный ход. Ходит автома. Так, она ходит по любому треку, где не дошла до конца. Это ее любимый трек. Соответственно, она здесь ходит и получает последнее здание с этого трека. А Темная Империя ходит там, где она ближе к цели. Так, ну это, кстати, немножко странно. И возможно, что я здесь неправильно играю, потому что, возможно, она должна ходить там, не там, где она и так отстает от автома. Автома и так все здания собрала. А Темная Империя нужна для того, чтобы собрать здание, получается. Ну, хорошо, это мы уточним потом. Или, если вы знаете, напишите в комментариях. Так. Мой ход. У меня еще много разных вариантов. По войне я могу получить себе здание. Наверное, я это и сделаю. Я трачу ресурс войны и любой другой. Человечка я могу? Да, могу. И продвигаюсь вот на второй этап военной шкалы, которая мне дает одного человечка. Дополнительно. Потом вот такой значок означает столько очков, сколько у меня есть территорий неосвоенных. То есть у меня их 3 в коллекции. Значит еще 3 очка. 1, 2, 3. Ну и, соответственно, первое здание с военной тропы. Это у нас казармы. Казармы мы разместим, пожалуй, вот здесь. Рядом с маяком. И если мы здесь вот еще закроем, то у нас получится 2 ряда первых. Это очень неплохо. Вот эти надо все закрыть как-то. 3 здания. Ну, что-нибудь придумаем. Итак, это мой был эффективный, хороший ход. Ходит автома. Так, она ходит по любой шкале, и это будет военная. Так, военная означает, что она тоже производит захват. Захват у нее идет сверху вниз, это значит вот так, так, так. И ближайший допустимый у нее идет вот этот. И так как у нее здесь есть
падение, то она берет темную империю и захватывает вот таким образом. Угу. Угу. Так. Наш ход. Наш ход. Мы можем продолжать по военной шкале, и в принципе это неплохо. Это и здание уберем, и еще один захват сделаем. Да? А мы не можем по военной шкале, потому что у нас нет агрессии. А тут уже нельзя любыми ресурсами платить, нужно конкретными. Так, это плохо. А я могу... Получить я его никак не могу. У меня нет жетонов со звездочкой. Так, где я могу получить? Наверное, нигде, да? Ладно, давайте меняем план. А... Давайте, может, по науке начнем немножко двигаться, не? Или забьем на науку в этой партии. Так. Так, ладно, я потрачу мешочек, чтобы двинуться по шкале технологии. Получу карту эпохи, плюс потрачу еще один ресурс, чтобы выставить ферму. Ферму нам выставить можно вот сюда, что позволяет нам заполнить первый ряд, что нам как в следующем доходе принесет хотя бы одно победное очко. Так, сделали. Так, вроде все. Входит в Тома. Так, она ходит по-любому, опять же, по военной шкале. Ага. Это нехорошо, она меня догоняет. Так, а здесь она вроде бы ничего не получает. Да, вроде ничего не получает. Так. Темная империя продолжает свое успешное движение. Так, мой ход. У меня остался один ресурс. Один ресурс я могу двинуться либо по науке, либо по технологиям. По технологиям хорошая технология. Я думаю, да, потому что это даст нам либо карту, а карта нам как раз нужна. Ага. Ирригацию взять. Сейчас будет доход. Да, я, наверное, пойду все-таки по этой... линии и в надежде получить еще и вот этот в следующий раз. То есть я беру карту технологии, или взять вот это, что мне оно даст. Но мне даст как раз очки по технологиям, у меня будет всего одна карта, это всего одно очко, это вообще невыгодно. То есть я беру карту технологии, и вот эти мне все не нравятся. Давайте я опять возьму на удачу. Блин, немножко не то, конвейер. Ну, пусть будет. Так. Я уже забыл, что этот конвейер делает. Так, где конвейер? Не вижу конвейера. Конвейер. Так, получите награду в кружке любой вашей карты технологии в среднем ряду. Ага. Ну, хорошо. В принципе, нормально. Это если я подниму здесь, я получу, получается... Да блин, что ж он такой неинтуитивный. Так, квадратик. Получите награду в кружке любой вашей одной карты технологии в среднем ряду. В верхнем ряду. Ну, хорошо. Что-то получим. Так, технология взял, ходит... Кстати, я потратил, да, на это последний ресурс. Ходит автома. Так, по любой шкале... Да что ж такое? Опять наука. Она просто... идет семимильными шагами. Так, бросьте. Так, это навигация. Навигация. Здесь у нее вот это берется. Так.
Соответственно. Это движение. Да, это с крестиком. Соответственно, она захватывает вот эту территорию. Идет по допустимому. Идет вот по так вот идет. И первое допустимое у нее вот здесь. Она берет любой жетон, размещает его любым образом и размещает здесь свой аванпост. Так как у нее есть падение здесь, то она и берет темную империю. Это сделано для того, чтобы я не мог захватить легко. Потому что там, где есть два аванпоста, неважно, лежащих или нет, я не могу атаковать. Это правило игры. Так. Ну, что-то она так хорошо распространяется. У меня закончилась вторая эпоха, потому что у меня кончились ресурсы. Соответственно, начинается третья эпоха. Сверху вниз. Свойства нации. У меня есть дополнительный мешочек плюс два победных очка. Раз, два. Дальше. Карта эпохи. У меня их накопилась целая куча, поэтому давайте сейчас подумаем, что мы можем разыграть. Мольба о помощи не будем. Пиратский кодекс. Ну, такое. Засада 1010 очков. Неплохо. Тирания. В эту эпоху, получая карты эпохи, можно немедленно сыграть ее поверх этой карты. Сделав это, получите 5. Получается самая выгодная 5 засада, потому что 10 очков. А здесь 5. Ну, плюс свойство того, что я разыграю. Но засаду я бы хотел оставить, наверное. Хотя он на меня вроде не планирует нападать. Так, может быть, мольба о помощи сработает. По скольким? Но я опять же по одной только отстаю. Да, я отстаю только по одной, это невыгодно. Блин. Ну, как-то скучно играть одни засады ради 10 очков. Но, с другой стороны, я хочу все-таки выиграть, да, в этой партии. Поэтому будем играть скучно на победу. Я снова играю засаду, получаю просто 10 победных очков. 54. Так, дальше. Я могу поднять одну из своих технологий. Так, у нас есть возможность поднять вот это. Или вот это. Это мне даст 4 победных очка при поднятии, а это даст мне новое здание. Я его могу сыграть, потому что фермерство у меня развито. Я, наверное, сделаю это. Пекарня. Пусть красивая будет столица. Поднимаю здесь. А тогда я потом не смогу это, потому что у меня в середине не будет. Нет, я поднимаю вот это. Соответственно, получаю еще 4 победных очка. Раз, два, три, 4. Конвейер сработал. Дальше. Получаю очки по своим... У меня уже 2 карты технологии, поэтому раз, два. Плюс у меня один ряд есть. Это еще одно победное очко за счет вот этого. Ну и все. Получаю ресурсы. У меня всего по 2, кроме человечков. Раз, два. Раз, два. Человечка назад. Так как он один. Ну и получается еще одна территория и еще одна карта эпохи. Так, военная экономика. В эту эпоху все бонусы стоимостью бесплатны. Ну, это круто. Кстати, можно было сыграть тиранию и прямо сейчас при получении сыграть бы и ее еще. То было бы неплохо. Так, я получил все ресурсы на свою третью эпоху. Опять же, я не получаю здесь ничего. Кстати, я получил 3 очка, по-моему, получил. Потому что я второй заканчиваю, и у нас продолжает темная империя, точнее, автома. Так, она двигается по треку, где она ближе всего к концу, и она достигает конца. И здесь она получает, она получает все эти награды, потому что они учитываются в то, что автома получает. Это 4 броска по трекам. И она двигается по науке, не двигается по технологиям. Раз. По науке. По технологиям. Ах, она у меня перехватила мою любимую пекарню. Так. Так, это 2. 3. Здесь она берет, выставляет территорию. Вот здесь. И последний бросок. Это, опять же, технология. Она рванула прямо очень даже хорошо. Так.
А, кстати, она бонусы не получает же, потому что здесь крестики, то есть она здесь не получает. Это хорошо. Так, 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 это мы дошли. Дальше, по Темной Империи, она также двигается здесь. Хотя это уже смысла нет, получается. А, она в том еще получила 10 очков за то, что она первая достигла края. 41. Так, ну что? Мой ход. Меня обломали немножко с треком технологии. И сейчас я по нему не пойду, да? Можно идти по науке ради здания. Оно смысла есть? Наверное, нету. Давайте сначала все-таки по треку войны. Трачу звездочку и мешочек, чтобы двинуться вот здесь. Это дает мне возможность захвата. Захват я делаю, ну, беру вот отсюда, допустим. Кидаю. Получаю, о, еще одну звездочку. Она мне пригодится, чтобы дальше пройти по тому треку. Так, и там еще одна награда. Это арсенал, который я могу выставить, например, вот здесь. Чтобы закрыть здесь, и будет у меня два ряда. Так, хорошо. Автома. У нее последняя доход. Все, она закончила. Соответственно, выполняем смену трека. У нее любимый трек меняется на вот этот, получается, на технологию, потому что она здесь дальше. У Темной Империи трек все остается, наверное. Нет, наверное, меняется, потому что там она достигла. Соответственно, не понимаю, вот это остается. Свойство цивилизации. Кидает кубик науки. Двигается по навигации. Так, это я. Она двигается вот здесь. Плюс получает благо по вот этой карте. Соответственно, получает здесь все-таки, как и планировалось. Так. Потому что есть падение. Так, так, так. Дальше. Очки. У нее 4 здания и 1, 2, 3, 4, 5, это 9. 9 на 2, это 18. 59. Дальше. Так, четвертое. Так, 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 так. По трекам. Войны и науки. Раз, ну тут 1, 2, 3, 6, 9, 12 и войны 12, 13, 14, 15, 16. 16 очков. 60, 75. Так, 75. И последнее по технологиям и движениям. Это умножение на 2. Соответственно, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на 2 это 18. 18. 80, 93. 93. Очка. Так, это мы отработали. Дальше карта. Так как она первая закрывает картой. Получает еще 4 победных очка. 1, 2, 3, 4. Берет еще одну карту эпохи к ней. Забыл я тут два добавить. Раз, два. И перемешивание колоды. Так, ну это у нее последняя эпоха. То есть после этого уже, вот как она заканчивается, у нас заканчивается игра для автомы. Ну и у меня, в принципе, не сильно больше времени останется. Так, все, она сделала свою стадию дохода. Мы продолжаем. Так. У меня еще куча ресурсов, поэтому я могу себе двигаться по треку войны. Я думаю, что мы это делать и будем. Так, или может быть... У меня есть звездочка, у меня есть какой-то ресурс, и я двигаюсь по треку войны. Этот трек мне позволяет взять карту эпохи. Тайное общество. Захватить какую-то... Я беру последний арсенал с первого ряда. Чтобы захватить, ну, допустим, здесь, бросаю кубики за захват,
Так, это грибочек, либо количество территорий, это раз, два, три, четыре, пять, это пять, пять победных очков. 66, такой значок означает очков по количеству контролируемых территорий. Ну, либо можно было ресурс взять, но я думаю, что уже очки актуальней. А плюс я могу заплатить еще дополнительный ресурс, чтобы выставить арсенал. Я заплачу ресурс и выставлю вот этот арсенал вот сюда. Это позволяет мне заполнить вот это 9 штучек, получить еще один ресурс любой. Так, он настольную игру открыл. Так, 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 вроде бы все, ходит автома. Так, она стремится двигаться по треку, где она ближе всего к цели. Она ближе всего к цели вот здесь, соответственно, идет сюда. А темная империя ходит по любой шкале, это у нее наука. Нифига, нафига она туда идет, непонятно. Так. Мой ход. Я могу перейти. У меня есть звездочка, у меня есть ресурс. Я могу взять вот это здание танковое. Это, в принципе, неплохой вариант. Но... и захватить еще территорию. Жалко, что я не граничу ни с ним, потому что при атаке я мог бы еще положить его арсенал в противника и получить за это двойную награду, а не только с одного кубика. Так, может быть, попробовать приблизиться к нему и попробовать напасть вот на это. Кстати, хороший вариант. Но для этого мне нужно вот этот значок. А до него мне идти, ой-ой-ой, да. А больше нигде захват территории я сделать не могу. А это раз, два, три, это три ресурса. У меня столько нету. Да, у меня потому что грибочек только один, соответственно, я по этому треку могу двинуться только на один. До сюда точно не смогу. А, до сюда можно, но все равно не хватит, да. Мне еще один грибочек нужен. То есть здесь за бонус я мог бы сделать дополнительный захват, видите. Так, жесть. Если бы у меня было два грибочка, я бы пошел сюда, я бы захватил здесь, потом атаку бы провел там. А там у меня атаку сейчас невыгодно делать, потому что я не на 100% использую этот пункт. Есть ли смысл мне брать еще одну технологию? Нет, потому что здание по науке. О, у меня есть план. Смотрите, я трачу... Так, только не грибочек, я трачу человечка. И двигаюсь по науке. Для чего? Потому что если мне сейчас выпадет освоение, я перейду сюда, и тогда я смогу свой план реализовать. Но мне нужно, чтобы выпало как раз освоение. Давай. Так, освоение. Отлично. Этот кубик позволяет мне передвинуться по освоению бесплатно, не получая никаких бонусов. Перешел. Теперь, так как я продвинулся, я могу сделать следующее. Я могу потратить один грибочек. Ай, блин, у меня все равно же ресурсов не хватит, там надо звездочку и два ресурса. Ой-ой-ой. Ну ладно, все равно, раз мне так повезло, буду делать. Трачу грибочек и любой ресурс, допустим, вот так. Что позволяет мне передвинуться сюда. Кстати, секунду, автома должна сходить. Забыл про бедную автому. Так, она двигается по любимой шкале. Любимая шкала у нее сейчас технологии. Соответственно, здесь она забирает просто все здания, какие может. И, кстати, вот этот значок означает, что она сбрасывает и выкладывает новые карты технологий. Так, и вот сейчас мой ход. Я прошел сюда. Заплатив, я уже заплатил, получаю один жетон территории, потом один серый жетончик, я его кладу вот сюда, чтобы тут тоже со столицей закончить, еще один и будет хорошо. Более того, я плачу еще один ресурс, чтобы получить развитие, и развитие я делаю... Развитие сделаю. Вот сюда. Это позволит мне получить. Так, даже раз, два, три, четыре. Четыре победных очка. Раз, два, три, четыре. Плюс человечка.
Вот так. Так. И вот тогда я сюда пройду, и потом его начну атаковать, да? Но для этого мне нужно будет... Мне не хватило одного ресурса. Блин. Для реализации этого плана мне не хватило одного ресурса. И никак его не получить, да? Ну ладно, ходит автома. Так, она ходит по любому треку. И это будет трек войны. Так, и она захватывает. Она захватывает, агрессивно захватывает. Идет оттуда. Смотрите, а потом сейчас сама будет так захватывать, да? Потому что у нее здесь нету. А здесь. А, она здесь может захватывать. И здесь. Так как у нее есть агрессивный значок, она делает это, получается, здесь. Ну ладно. В этот момент я не уверен, что я правильно понял в правилах, поэтому самая неинтуитивная, наверное, часть игры – это вот захват территории автомой. Если я что-то делаю неправильно, поправьте в комментариях. Так, захват мы сделали. Темная империя двигается по любимому треку. Любимый трек у нее сейчас вот здесь. Хорошо. Мой ход. У меня осталось только два ресурса. И, к сожалению, план вот тут у меня не сработал, но ничего страшного. Мы можем двинуться по науке, мы можем двинуться... А, нет, мы не можем двинуться. У меня только человечки огненные. То есть, я себе еще сделал так, что я не могу двинуться ни по одному треку, кроме науки. А, нормально, нормально. Двигаюсь здесь. Получаю карту эпохи. Колонизация нормально. Плюс плачу бонус. Плачу бонус, чтобы выставить. То есть, поставил, заплатил. В ноль и получаю выставление вот этого здания. И мне позволяет закрыть вот здесь. Закрываю 9, получаю один ресурс. И я беру, ну, любой ресурс, чтобы потом двинуться еще раз по этому треку. Так, хорошо, автома. Так, автома идет там, где она ближе всего к треку, к концу трека, это здесь. Так, Темная империя ходит по любимому треку. Здесь. Так, мой ход. У меня один ресурс остался. Я иду сюда и, разумеется, выставляю вот это здание. Я могу его выставить, ну, к примеру, вот так. На это ушел у меня последний ресурс. Ход автомы. Так, она ходит по треку технологий. Темная империя ходит по любимому треку. Так, мой ход. У меня кончились ресурсы, я выполняю действие дохода. Начинается с нации, я получаю грибочек и мешочек и еще 6 победных очков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше карта. Карт у меня очень много на выбор. Теперь нет халявной 10-очковой засады, поэтому давайте подумаем, что мы можем использовать. Тирания. В принципе, тиранию можно использовать. Почему нет? Потом мы получим какую-нибудь карту и скинем. Еще 5 очков получим. Либо взять вот военную экономику, раз я по военной иду. Тогда все бонусы, то есть вот эти вещи будут бесплатные, но буду ли я ими пользоваться еще? Тоже вопрос. Так, колонизация. Выберите, получить указанный ресурс за тип ландшафта. А если у меня там, где много ландшафта? У меня... В принципе, почему нет? Я здесь 4, 5, 4 вида ландшафта, то есть я все получу, так как я центральный контролирую. Разыгрываю колонизацию. Кстати, я, по-моему, 4 очка не додал, да? Когда закрыли? Или додал? Да, вроде давал. Так, я разыгрываю, получаю всего по одному за счет этой карты. По-моему, очень даже неплохо. Ага.
Дальше мы можем поднять одну из вещей. Я поднимаю вот эту технологию, соответственно, получаю пекарню. Пекарня у нас где-то была в коробочке. Так, пекарня. Как ты выглядишь, пекарня? Скорее всего, вот это, нет? Нет, тут труба какая-то есть. Так. А, вот пекарня. А что она у меня здесь? А, я, видимо, перепутал. Но они, так как размер одинаковый, то пускай будет. Я пекарню перепутал с каким-то из зданий. С аптекой, наверное. Да. Ну, хорошо. Так, мы эту располагаем вот здесь. Чтобы здесь сделать, заполнить или лишний ресурс получить. Так? Так. Это мы получили пекарню. Так. Дальше. Очки. У нас есть три заполненных ряда. Это хорошее достижение. Соответственно, здесь у нас есть два таких символа. 3 на 2 – это целых 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кроме того, у нас две карты технологии. Это еще два. Раз, два. Плюс за командный центр мы получаем за каждый контроль территории. Это раз, два, три, четыре, пять. Еще 5 очков. Раз, два, три, четыре, пять. Почти догнали врага. Еще 4 очка за скотоводство. Раз, два, три, 4. Ну и всех ресурсов у нас получается по 2. Раз, два, раз, два. Кроме войны, потому что здесь мы получаем еще дополнительный ресурс здесь. Что ж, у нас последний раунд. Это все, что мы сумели насобирать к последнему раунду. В принципе, неплохо. У нас ходят сейчас автома. У меня, по-моему, последний ход. Так, она двигается по навигации. Получается что-то? Вроде нет. Так, Темная империя по любимому треку. Еще, кстати. Да, вот так и вот так. Еще немножко, она мне перехватит это здание. То есть мне нужно сейчас сюда сходить. Мой ход мы, наверное, это и сделаем, потому что по войне у нас еще есть запас. А вот здесь еще один ход и все. Я двигаюсь сюда, плачу грибочек. И, допустим, раз и два. Много ресурсов надо заплатить. Получаю два дополнительных этих. И могу распространиться. Кстати, надо было... Ну, ладно. Так, смотрите, я могу попробовать взять еще военное, чтобы потом далеко пройти по войне. Это, в принципе, неплохой вариант. Так, горы, лес. Вот так, это раз, два, три, четыре, пять. Ого, почти максимальные 5 очков. Раз, два, три, четыре, пять. И еще одну звездочку. Отличный ход. И я беру здание по освоению. Освоение — это у нас депо. Депо — очень крутое здание. Оно закрывает сразу же целую площадку. Получаю еще один ресурс. Теперь давайте считать, сколько мне нужно, чтобы дойти до края. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 звездочек. 9 звездочек я по-любому столько не насобираю, да? Ну, попробуем. 6, может, еще где-то наберем. Так, хорошо. Хорошо. Ходит автома. Она заканчивает игру. Сейчас 5-я эпоха. 5-я срабатывает здесь. Меняется зачем-то трек, любимый трек.
Ну, в пятой это смысла особого нет, срабатывает ее свойство нации. Она двигается по треку войны, догоняет меня и захватывает, кстати, захватывает вот эту территорию. Захватывает эту территорию, агрессии нет, поэтому просто так. Так. Дальше. Очки. Очки у нее, множитель увеличиваются, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 на 3 это 36. Жесть. 36 плюс 97. 143, да? 143. Черт, я, по-моему, опять где-то что-то не доработал. Я столько, наверное, не добью. Дальше. Трек войны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И науки. 6 и 12 это 18. 18 на 2 это 36. 36 это 79. 179. Ну и, соответственно, на 3. 1, 2, 3, 6. И 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 на 3 это 45. И это рекордные 224 очка. Ну, 224. Это что-то с чем-то. В прошлый раз она набрала 100 с небольшим. Это... Блин. Все, это конечный счет для автомы, а мы еще можем побороться. Итого, нам надо побить при наших 98 очках, нам надо побить 224 на последнем. У нас еще типа запас всего есть, давайте пытаться. Так. По треку мы дойти ни до куда не сможем. Мы победить два раза противника не сможем. Где мы еще можем много очков набрать? А нигде. Так. Ну что, здесь, в принципе, неплохо. А можно двинуться. А, это хороший ход, почему это 5 очков даст, как минимум, за сброс. А, так, двигаемся. Грибочек и 2 любых ресурса. А, двигаемся здесь по освоению. Позволяет взять один вот это здание, разместить его вот здесь и получить еще один военный. Так, плюс я получаю столько очков, сколько у меня в столице этих зданий, а у меня их 3. Это 1, 2, 3, и мы тоже сделали 100 очков. Так. Плюс я могу скинуть 2 любых территории. В принципе, можно скидывать любые и получить еще 5 победных очков. Это 106. Хорошо. Автома больше не ходит. Она закончила свою игру. Я теперь пытаюсь выжать все, что можно. Если я перейду здесь, это мне даст... У меня 3... О, смотрите, у меня есть 3 территории. Теоретически... Нет, теоретически я не могу. Давайте я чуть-чуть перехожу. Возьму вместо войны, возьму грибочек. Для чего? Для того, чтобы перейти вот сюда. После этого я трачу 1 гриб и 2 любых ресурса. 1, 2. Чтобы перейти сюда, это позволяет мне взять 2 жетона. Разместить какой-то жетон. Давайте посмотрим, что я могу выжить. В принципе, вот этот неплохой. Он позволит мне хотя бы 5 взять, да? 4. Подождите, а с этим? А, 5. Сюда размещаю, получаю один мешочек. И 1, 2, 3, 4. Если, наверное, не считается, хотя, наверное, считается, да? А нет, наверное, не считается.
Ну, давайте 4 очка. Это еще это 10. А, здесь мы захватили. А, поставили. Плюс я могу бонус заплатить ресурс, чтобы получить карту эпохи. Это мне не надо. А, и вот теперь я хожу двумя грибочками. Раз, два. Перехожу сюда. Это мне позволяет скинуть, во-первых, получить столько очков, сколько я по технологии прошелся. Это всего лишь 3. Буду я там ходить? Я, наверное, уже не буду, поэтому только 3 очка. Раз, два, три. Плюс скинуть 3 любые территории. У меня они есть. Я скинул. Получил 10 победных очков. Это 23. Ага, почти догнал. Еще только сотню где-то добрать. Так, ну и я достиг вот ракет. Смотри. Так. Ну, по крайней мере, у меня столица красивая. Так. Куда я могу ее зафигачить, чтобы сделать законченные ряды? А если вот так сделать? И потом здесь заполнить, нет? А, у меня, кстати, еще здесь... Ух ты, у меня, смотрите, у меня сейчас 3 ряда здесь и 3 здесь. Если я здесь заполню, да, это нормально. А если здесь сделать, тогда можно будет здесь и здесь заполнить. Нормально, вот так сделаю. Так, неплохо. Что у меня есть еще? У меня куча военных штук, которые я могу тоже тратить... Очень даже неплохо. Итого. Блин, атаку я не, так и не смог приблизиться, чтобы атаковать. С другой стороны, у них там может быть засада. Это было бы все плохо. А, так, я двигаюсь по военному треку. Это мне нужно один военный и два любых ресурса. А, я получаю захват какой-то территории. Ну, допустим, захватим мы, ну, приблизимся к столице врага. Так, кидаем кубик. Получаем победные очки по количеству. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть победных очков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, и тут у нас ничего не срабатывает, но я получаю танковый завод. Танковый завод, это еще 9 можно закрыть. Что я, в принципе, могу сделать вот здесь. Так, ну это ничего не дает, да? А, нет, дает вот ряд заполненный, вернее, колонку. И столица очень крутая получается в этот раз. Так, это мы сделали. А что у нас еще осталось? У нас куча военных. Я могу двинуться еще. О, я могу атаковать. Я могу атаковать. Так, трачу один ресурс и раз, два, и два любых. Блин. Ну, я атакую. Ну, почему нет? Беру аванпост и атакую врага. Теперь я должен просмотреть карты, которые он накопил за эпоху. Если там будет засада, то я не захватываю. Так, теократия. Нету засады, поэтому мы здесь роняем, и захват у нас срабатывает. Значит, мы берем здесь, получаем 4 победных очка. Раз, два, три, 4. Так. Или ресурс взять. Слушайте, я ресурс возьму. Я не 4 победных очка возьму. Раз, два, три, 4. Я возьму грибочек. Сейчас поймете почему, хотя это не сложно. Так, это мы сделали, захват мы сделали, и да, здесь, если бы мы еще один захват сделали, мы бы еще 10 очков заработали, и я никак его, да, уже не смогу, блин, я не смогу его сделать, но зато благодаря этому ресурсу я могу потратить еще одну звездочку и два любых ресурса, чтобы двинуться вот здесь. Это позволяет мне получить количество победных очков по карте эпохи, которую я накопил. А это все-таки 5 победных очков. 34. Плюс выставить еще один арсенал. К сожалению, я тоже не дошел ни до чего. Но я могу, по крайней мере, попробовать закрыть вот здесь.
еще один ряд. Это тоже очко, это неплохо. И все. Все. Последняя стадия дохода. Мы отрабатываем свойства своей нации. Да, да, больше ничего не могу сделать. Я зарабатываю здесь, ну, вот эти ресурсы, наверное, уже не нужны, но тем не менее. 7 победных очков со своей нации. Это 41. Дальше. Карту мы не разыгрываем, потому что это пятая срабатывает здесь. Мы можем повысить одно из своих достижений. Я повышаю вот здесь. Получаю еще 4 победных очка. Раз, два, три, 4. Дальше. Карт технологий. К сожалению, только 2 победных очка. Раз, два. Дальше. По столице. У меня множитель 2. Смотрим. 3, 6, 7, 8. 8. 8 на 2 это 16. 16, 50, 63. Слушайте, это у меня тоже рекорд. Не только у автомы. Так, дальше. 4 очка здесь. Раз, два, три, 4. И командный спорт по контролю территории. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 74. А, еще 7. 81. Все. Это мой рекорд. А в том я опять проиграл. Но это мой персональный рекорд. 181 очко в игру эпохи в соло режиме. И не в соло тоже, по-моему, рекорд. Да, это рекорд у меня во всех режимах. Вот такая игра. Надеюсь, мы поняли, как играется игра эпохи в своем вот таком варианте. Я не говорю никаких мнений, никакого осуждения об игре, ничего, кроме игрового процесса, потому что все подробно расскажу в отдельном видео со своим мнением, со своим обзором. А это был просто летсплей в режиме с автомой. Без комментариев пока что. Но их будет много в отдельном видео. Спасибо, что посмотрели. Всем пока и до встречи на канале. А это еще раз была игра эпохи «Цивилизация» Джейми Стигмайера. Моя замечательная столица и мой замечательный результат, пусть и не победный, 181 очко.